находится 489 разрозненных различных казачьих организаций. Мы не берем сегодня госреестр. Вот. И когда говорит, что я разваливаю госреестр, это блеф. Это не только я к вам обращаюсь. Я 13 лет руководил войском Донским. 13 лет. И я сегодня, получается, что 13 лет выкинул просто из своей жизни. Я никогда это не буду делать, потому что госреестр – это особая роль российского казачества. Есть государственная служба, она работает. Она работает, она может развиваться, она будет развиваться. Но сегодня, в том числе и на Дону, находятся различные казачьи республики, казачьи калита, национальное движение, аправхаты войска Донского, Суворов, православное войско Донского и т.д. и т.б. У нас 19 войск Донских, 19. Кто-нибудь с нами считается сегодня? Никто не считается, потому что мы разделились. И мы не собираемся сегодня управлять всеми, в том числе и в Сибири. Когда я приехал в Барнаул и собрал там всех, я сказал, что, уважаемые, мы не собираемся вами руководить. Мы говорим, давайте мы сядем за стол сегодня, мы не создаем еще одну параллельную структуру, не надо заблуждаться. Мы говорим, что давайте все вместе сядем и будем решать наши общие задачи. У нас должна быть в идеале одна модель, которая всегда была у казаков. Сегодня должен быть на хуторе один атаман. И есть сегодня госслужба, то с этого хутора Привалову или Гончарову мы отправили казаков на госслужбу. Охранить общественный порядок, природные ресурсы, иные другие. Но возвращается он в Семикаракорский юрт, условно, там у него один атаман Хромых Сергей, и больше нету. Вот тогда это будет мощная целостная структура. Поэтому я не создаю еще одну. Она была, мы просто ее зарегистрировали в Минюсте, придали правовую форму, и сегодня различные ВВКВ, там, казачьи братства и все остальное, казачьи местные традиционные проживания, которые есть в каждой территории, они приходят сегодня, ассамблеи казачьих народов, мы сегодня садим, они работают с нами, и мы вырабатываем общую политику. Они больше никуда не дергаются. Есть нормальные люди, они идут в реестр. Реестр укрепляется, реестр будет жить. Вопросы?